Да нет, сначала по одной, а эти уф-уф-уф. Давайте по одной. И еще одной. Чем я могу помочь, у меня есть карта. Кто у вас старше здесь? Мы старше. Идите, вот, берите карту. Давайте я буду старше среди велосипедистов. Берите карту. Надо быть чистым душой. И не мусорить. Что у нас будет приключение, но не представляли, что оно так неожиданно начнется. Мы собрались все на площади, загрузились в маршрутку, выдвинулись, девчонкам пели песни и внезапно остановились, вроде как в магазин сходить мороженое купить. Выходим, а машины нет и наших вещей нет. И я уже хочу увидеть наших организаторов и их где-то поблагодарить, а где-то наругать, потому что мы уже побывали и в лужах, и в каких-то ухабах, но все равно мы не унываем, нам очень все нравится. Я видел вас во снах, да, и дух мне сказал о вас, что дух, леса. Идет лесом и будет вас помогать вам видеть будущее, помогать вам в пути. This the end. Don't look, you can do no better. Do you really know?
все кажется очень просто, когда идет по наклонной. Но когда остаются последние 2 метра, начинается работа на руки. Теперь я поняла, к чему канат был в школе 11 лет. Это пригодилось. Надо было заниматься. То, что это такое короткое, это только на первый взгляд кажется легко, потому что здесь действительно все важно. И сила рук, и сила ног, и самое главное, сила твоей команды. Как они тебя поддерживают, и как они тебя потом снимают с этой веревки. Так что было очень круто. Сплав был самым интересным испытанием на протяжении всего нашего приключения. Нам пришлось проявить и смекалку, и где-то вот физическую свою активность. И в конце, конечно же, командой перетащить все вещи, потому что высадились не на той точке, где должны были высадиться. Последние 2 дня, особенно предыдущие, были очень насыщенные для участниц. Мы, так скажем, забросили их в непривычные для повседневной жизни условия. Это природный парк Оленьи ручьи. Здесь с командой ребят из реального мира мы организовали такую приключенческую игру, когда девчонки смогли, так скажем, наверное, все свои ресурсы использовать. Мы поднялись до памятника ангелочка, которых всего 70 на данный момент в мире. Мы прикоснулись к крыльям этого ангела. И сейчас мы заряжены энергией солнца, энергией леса, немного подзагоревшие, сбросившие явно пару килограмм, смело шагаем в финал и устроим фееричное шоу.